Всем доброго времени суток. По традиции приветствую всех на русскоязычной трансляции PlayStation. Добро пожаловать. Total Film, тебя не слышно, если что. Я тебя видел, ты уже в тусовке. Потому что я молчу. Привет. Всем привет, тебе привет. Так, сейчас одну минутку, я приглашу всех остальных, кто хотел поучаствовать. Сразу. Так. Total, у тебя есть Metal Gear Solid? Так, Ливириус. Так, мы вернулись в эфир. Всем привет, кто только что зашел. Начинаем мы тогда с одиночной игры. И, наверное, во второй час будет побольше участников. Мы покажем онлайн Metal Gear Solid. Ну, надеюсь на это. Да, может быть, Total за этот час успеет купить и скачать. Привет, Тёма. Давай так, за твои деньги. Я же вот сегодня все деньги на геймпад Звездной войны потратил, у меня нету на Metal Gear. Понятно. Жалко, ты упустила 1 декабря. Я напоминаю, мы сегодня играем в очередной шедевр от Хидео Кодзимы, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Привет, Женя, привет, Дионис. Постараюсь без спойлеров, то есть в основном побочное задание, может быть, пару сюжетных. Вот. Вообще, по-моему, я где-то на пятом эпизоде. Ну, ты знаешь, если пришли на стрим люди, они готовы к спойлерам. Я вот так думаю. Да нет, многие пришли, кто как бы купил игру, но еще не поиграл даже, не успел. Поэтому мне интересно будет. Так. Сейчас мы возьмем задание. Эвакуация опытного бойца нам не помешает. Или подождите, или у меня здесь какое-то задание. Сейчас, секундочку. Тём, тебя не слышно вообще. Привет. 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 Так получше, так слышно. Ты первую миссию, получается, уже прошёл? Горничка-то. Да, первую миссию прошел, собачку нашел, на лошади побегал. Вот пока что все. Спас русскоязычного пленника. Так что теперь могу переводить все их разговоры. А до этого ты типа не поняла, о чем они говорят. Русскоговорящего надо говорить. Да, до этого Снейк, к сожалению, не понимал, что происходит. Запусти, понимал, ты что он мог подсказывать? Снейк, глышь, я знаю, о чем они говорят. Привет от Биасфан, спасибо большое, ей тоже большой привет.
Прямо сейчас мы зачищаем лагерь, чтобы захватить материалы необходимые. Ух ты, парень стал за миномет или за пулемет, что там. Но мы вовремя его устранили. Так, еще один китаец. Привет, Биби Мэй. Сделайте, пожалуйста, потише, кто смотрит трансляцию из тусовки, потому что я слышу эхо. На самом деле все задания основные я прохожу в основном по стелсу. Снайперскую винтовку беру в крайнем случае. Я сейчас крайний случай, да? Перестрелил всех солдат. Ну, сейчас это даже не задание, просто показал такую возможность прохождения. Ну, похоже, тут ничего и нет из материала. Так, ну что, вызываем вертолет и летим на миссию. Roger. Так, надо не перепутать кнопки после Ведьмака. Лошади. Вчера смешные случаи были, когда Ведьмака играл, там же слезать нужно зажимать кружочек, а я по привычке нажимал треугольник и доставал постоянно оружие в городе. Стражникам это не особо нравилось. Ведьмака, мне кажется, то, что все его прошли. Такая игра. Что? Стремился. Вот опять же, на кружочек жму, так вот хочу перепрыгнуть. Привет, Садитивич. Позитивно настроен. Привет всем, привет. На самом деле, если хотите, я могу сразу на сюжетное задание полететь. Да поехали на сюжетное задание. Тут сюжет подает такими маленькими курсами. И никому не отвечает. Алло. Привет. Привет. Наконец-то. Привет. Привет. Такой голос, как будто не я один болею. Так, ну чё, Metal Gear... Все болеют. Ну да. Так, у меня новый переводчик в команде. Тём, как твоё здоровье? Ты мне не друг? Подожди. Ты мне не друг? Вот тебя, Дженни, такие привет. Вопросы обычно с пьяну задают. Нет, а такие вопросы задают с пьяну в реальной жизни, а в виртуальной жизни такие вопросы задаются, если в друзьях, читателях стрима нет. Походу мне придется сейчас искать. Я же вроде кинул тебе приглашение даже на стрим. Я что-то в этот Dark
зарубился. Поищи, там должно быть. А, лол, да, есть, есть. Вот Женя опять жалуется на звук игры. Я просто за компанию сижу здесь. Ну что Женька жалуется при этом? На слишком громкий звук. Шаломчик. Женя, не жалуйся, я лучше к нам. Да, о, дядя Позитив. Привет, Жень. Так, как их здесь настроить? Нельзя громко, что ли, настроить? Или через главное меню только? А, через главное, мне кажется. Ну, хорошо, хорошо. Вернемся. Лучше сразу. Главное меню, вон там сверху. Да. Оливирус, привет. Привет, здорово всем. Привет. МС-ша, ты далеко прошел? Нет, я где-то на 5-м или 6-м эпизоде только. Я в основном прохожу побочные сейчас задания. Шаришь. Так. 5-й, 6-й, на следующей неделе 7-й выходит. Все поняли, о чем я, да? Нет. Ну я да, нет. Как бы. Ну как же так-то? Ну... Что сможет 7-й выйти в декабре? 7-й, Звездные же, вы что, народ? А, лол. Слушай, круто, надо будет сходить посмотреть. Ну что, похоже, никак не изменить громкость. Включай шапку. Там нормально все с громкостью. Женя, заходи в тусовку. Тут не так слышно игру. Да, Жень, присоединяйся. Подожди, зайди в параметры звука. Так. Сейчас, задержка стримчанского идет. Да, такая нехилая задержка. Вот нет, здесь только выбор. Отключение, включение звуков инструкции iDroid. Подожди. Ладно, давай тогда обратно. Я просто помню, я где-то настраивал. Что-то такое было вроде бы. Да нет, вот настройки игры, настройки изображения, настройки камеры. Попробуй в настройки игры зайти. Только что заходил. В общем, видимо, никак нельзя изменить. Жень, сделай тогда просто погромче или присоединяйся к нам. Йоу, я диспетчер. Вот, новая награда. Отлично. Вот, 5-й эпизод. Эвакуируется инженера, который попытался бежать с советской базы и сейчас удерживается в казармах Вах-Син. Вот туда мы сейчас и отправимся. А ты внутренние задания делаешь? А, Б, Д, Б не делаешь. Ну, оружия у меня пока немного. Думаю, пройдем эту миссию полным стелсом. Без лишнего шума. А гранаты зачем тогда? На всякий случай. На самом деле ни разу не использовал гранату. Виски 13. Да, на самом деле я сначала сделал Дельта 13, потому что вообще мой любимый отряд Дельта из-за того, что я обожаю фильм Дельта Форс, падение черного ястреба. Но решил, что это уже плагиат, и кто-то уже по-любому такое создал. Дельта. Вот, поэтому я поменял на виски 13. У кого-то там фоном что-то идет. Вот что там в интернете. Boss, Soviet engineer is being held prisoner at the Watson barracks. You need to find him and get him out. He tried to defect from the base camp up north, but it didn't work out. Now they're holding him at Watson.
Надеюсь, качество отличное, потому что графика просто супер в этой игре. Качество нормально. Даже Ведьмак уже не кажется таким крутым по графике. Интересно, а это не та ли миссия, где можно волшебным грузовичком пройти? Чем? Такой маленький, маленький спойлер, волшебный грузовичок. Джипчик, давай, да, джипчик. Рассказывай, где его найти. Давай, спойлерим. Берется джип, кидается в него дымовая граната. Садишься за руль и едешь. Только что ведь в дыму тебя никто не видит вообще. Приезжаешь всю базу насквозь, забираешь... Кого там, инженера? Едешь, едешь обратно. А дым бесконечный, что ли? Собственно, все. Да-да, судя по ролику, то, что я видел, там он всю дорогу, он дым идет, 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 давайте, идет, и все. Давайте попробуем, почему бы и нет. Я только проверил, у меня, по-моему, дымовых гранат нету. Но их можно сейчас сделать. Разработка. Это будет интересно. Надо только еще машину найти. Вот на другое дело. Машина здесь, неподалеку. Там же приезжает. Вот дымовая граната. Так, сейчас мы ее разработаем. Ты развернись, ты там когда шел ходит, там кто-то же приезжает. Или стоит. Кричали, там, судя по комментариям. Давай ракета. Так, пока идет доставка. Посмотрим. Закрутить тебе снайперку. Тут со снайперкой очень хорошо проходит все. Снайперка-то у меня есть, но я больше предпочитаю проходить без убийств. Да, вот Спектрум правильно говорит. Лучше всех усыпить и эвакуировать фултоном. Отличная идея. Так, долгожданная посылочка. Новым годом. Мне бы скорее Сингапура пришла долгожданная посылочка. Что ж там едет такое? Этот коллекционка Ни на Куни для Nintendo DS. Ох ты бы. Не, ну просто эти, для PS3 она, во-первых, она ООП давно, и там отличие лишь одно, вот что есть в PS3 версии, я надеюсь, там вот эта плюшевая игрушка, она мне даром не сдалась. Ага. А вот справа джип был вроде. Ну там справа стоит, видишь? Ну, вон. Нет, левее. Хватит на мужиков смотреть, на джип посмотреть. Всё, всё, вижу. Не забывайте о задержке. Какой задержки? У тебя задержка? То есть это не баг, это как было уже бумера, что надо в дыму проехать, потому что никто ничего не делает. Да, мне кажется, это фича какая-нибудь очередная. Волшебная коробка. Из серии «Подумай головой» и все нормально будет. Народ, я вас немного отвлеку от Metal Gear. Как в Destiny бочки делать на Sparrow? Не скажу, не играл. Никто не знает, как он зашибись. Это бро надо найти. Да, тут не так, надо любителей Destiny тусовки. Иди, а что за бочки в Destiny? Там какой-то есть? Там кувыркаться просто на этих, на этих мотоциклах можно. А как я так и не пойду? Это бочка. Второй разгоняйся или что-то. Ну, сейчас этот ивент происходит гоночный. Там это одно из заданий, вот это сделать бочку. Надеюсь, никто не заметит.
Ну, в общем, я так и не понял, как это делать. Так, гранату кидать прямо в борт джип, да? Да, кидать прямо в джипа нашла. Попробуем. Если получится. Только самому бы что-нибудь увидеть. Ты просто вплотную подойди. О, о, хорош. Не, ну сейчас увидите просто. Нормально, нормально. А, все нормально. Все, едем. Едем, едем, едем. Знать бы еще, где его держит? Налево. Ну вот. Ты дымок под машину кинул, что ли? А, не, нормально все. Не, кстати, давай. Да. Кстати, да, это прикол такой, что ты когда едешь, дым пропадает, но все равно не видно. Налево, давай. Налево, налево. Все, меня заметили. Мир не сработал. Да. Ну, либо поправили уже, либо не повезло. А, кстати, да, там же эти были. Пачки вроде какие-то выходили. С кочками. Так, ну ладно, сейчас это наугад. МС-ш поставил. МС-ш поставил, да. Насоветовали. А ты всегда так играешь, да? Ну, когда в тусовке еще 6 человек, то да. Да. Не видеть тебе раз ГС. Жень, расскажи, что вы не в этом направлении. Стелс пошел, да? Какой скоростной выгиб. О, все, ну! МС-ш поставил. В ГТА выйдет обновление, новый режим выйдет. Там, когда в стрит-клубе запирают несколько человек, там четверо, что ли, у тебя всего два патрона и дубина. Вот. Собственно, вы друг друга убиваете. О, дизайн помещения. Два патрона. А там фаншотят или... Попадем по фаншотят. Нет, там есть суть бегать и бить друг друга палками. Наверное. Женька говорит, что будет кастомизация для этих своих квартир, элитных домов и так далее. Снейк! Ну, Женьке видишь, что все время такое нравится. Такая кастомизация. Подождите. Снейк, try to remember some basics of CQC. Что значит CQC? Это что? Close quarter combat. А, нашел их. Это, короче, этого, стиль Джеймсона Борна. Костырять всем в этих, в маленьких этих локациях. А, да, короче, просто... В джипе не получилось, ищи там. Да, ну, на танке точно получится. Причем по скорости думательно. Да, накидает дуло, дымовуху и... Так, ладно, товарищ, надо это, не отлучиться сегодня. Так что это, в другой раз еще посидим как-нибудь. Ну, хорошего вечера. Пока, хорошего вечера. Пока. Награли. Технические победы. Лол? А, я думал, у тебя уже портал есть. Не-не-не, слушай, вот. Начало. Откуда ты знаешь, что есть портал? Я видел в каком-то трейлере. А. Так ты, Женя, уже себе банду организовал? Как тяжело разворачиваться на этой коробке. Ну да, вот я, кстати, всегда путался. Как вот его вот так развернуть, чтобы он пополз туда, куда надо. Слушай, я вот сколько играл в МГС, вообще ни разу коробка не путался. Что за идиотизм бегать в коробку? Это... Ну это как я. Как его... Блин. Всегда красиво ползал там, привлекал свои щупальца. Да, не Богдан, могу. Привет. Привет, Богдан. Коробка привет, неотъемлемая привет. Часть этой самой серии. Я понятно, что это неотъемлемая часть серии. Но... Можно даже, но кстати, поменять плакат. На самом деле. Да, девочка, так вот ставишь. Но у меня пока только этот.
парнишек. То есть девочки у тебя нет, да? А, парнишек есть, парнишек тоже неплохо. Этот. Это как кому? Вообще, я вот хочу сказать, вот вроде стал все говорят крутой, а на самом деле он такой скриптованный. Там просто все. Котики, отстаньте от Мольберта. 15 декабря выходит дополнение для GTA. Общает нам Женя. Неплохо, один котик. Опять только до PS4. Ну, скорее всего. Много оружия, драться. Тигру! Ох, мне не так много осталось, я уже 60-го левел взял. До сотого не так далеко. Я начну на PS4 наконец играть. Подожди, а я вот видел, на дату в GTA играл, а это ты на 3? Коробка в На 3? Я ж хочу сразу все трофеи в обоих играх. В обоих версиях. Чё за человек. Упс. Вот такой вот тотем. Ну не, я не говорю плохой просто. Я говорю, что тотальный, тотальный, не значит, что плохой. Хорошо. О, Телс по МС, неплохо сейчас был. Кошер плохо, проще, Снейкс, давай на нас. Грубый. Чё? Subject on board. Leave the rest to us. Там объясняется, почему он использует коробку, я так понимаю. И, кстати, а кто там без коробки? Это вот, я не понимаю, как это вообще можно сделать. Во второй части она очень хорошо-то помогала переноситься между локациями. Так она и в первую помогала, и здесь помогает. Так, нельзя было еще вот так. Не шибко играла. Менее палевно. Не, вот здесь, кстати, фича с коробкой реально помогает, если в лом джипчик себе привозить, или денежка кончилась. Так. Да то, что из этой коробки ничего не видно. Да ладно. Все видно, все нормально. Сейчас увидишь. Да если был бы. Когда вид от первого лица. Да, когда бинокль используешь. Так, что там у нас мигает? Поиграл в этот метод. Вот он может что-то заподозрить. Ой. Им не в обойму. А там это, кстати, бабло мигает. Вот тот камушек, который мигает для денег. То есть тебе телек это напрягает, да? И нужно по коробке и все. Да ладно, как он заметил? Сидел, заподозрили коробку. Да ты лучше не двигался бы на самом деле. Тут вообще без проигрышной тактики, просто ползешь, и при первой возможности ты пишешь треугольник. Все. Чаще всего тебя не хватит. Давай. Как беспалевная коробка. Да. Ладно, MC, стелс это не твое, давай, все хрен, сделай кровавого. Ты чем кровавый ставил? Так, вот мне и понадобилась граната. Дымовая? Не-не-не. Да ты вошел в здание. Родился в коробке, живу в коробке, умру в коробке, Денис Снейка. На самом деле тут есть беспроигрышная тактика, нужно просто быстро подбегать и здесь все хвалить и все. Конечно, себя быстро приходит, что это. Ну, фултон. Вырубил всех, потом зафултонил и все. Я вот сейчас, правда, у меня прокачивали, что я там играл, когда здесь хотели пассатором, низ, бахайзен этим. Закончил.
эту тактику вообще вот просто против любых, против бронированных, все равно против таких. Бежал уже бесшумную лобу, что такой находишь за спину у кого хочешь, бля, не видел. Да, она просто не попадаться на голову. Ого, ничего не разумно. О, неплохо он тебя ножиком. О, рок растишь. Тихонько. Так, он должен быть где-то здесь. Он под тобой. Он да, внизу. Там еще можно что-то выполнить, прыгнуть. Не-не, его надо заполтонить. Так, чтобы он через здание вылетел. Не вынося его, там только будет. Но он точно внизу, да? Ну где-то да, внизу, я... Он сидел в комнате, там и ты... О, стримки нормальные. Вон где красная дверь, которую взламывать надо. Во, вот тут просто наверх посмотри, не вытаскивай его, наверх посмотри, там где-то дырка. Надо будет запускать. Вот есть дырка, но она железная. А там посмотри на шанс вылета, если 100%, то посмотри. Нужно попасть еще. Ну это... Не, он не вылетит еще без чего. Там, короче, просто по лестнице поднимаешься наверх на крышу и выпиливаешь и проблемы. Не-не-не, там вот эта внутренняя ачивка есть, на то, чтобы его выпулить через здание. А как он сюда пролезет? Если он сюда пролезет, то я даже не знаю, это что. Ну знаешь, другая дырка. Да. Другая дырка, может быть, вот в этом большом помещении, которое справа. Ты же не можешь с автоматами разобраться, такой большой выбор, а ты можешь что взять. Да что такое? Да ты гляди, да что происходит, о! Да? Слушай, тебе торопит, он тебя выручает просто на ровном месте. За свою жизнь я создал тысячу... Еще один, а? Полезно. Вот направо. Все. Эх, ты ехать. Да ничего, потом перепроверим. На самом деле очень сложно играть на Metal Gear Solid и одновременно разговаривать, читать комментарии. Нужно полностью подстрелить. А? Эх, не успел. Он был того, кто улетал на шарике подстрелить. О, я прям вспоминаю, когда там минометы потом пойдут, это вообще попа. Эх, жалко, не могу забрать. У меня случай был, я вроде все сделал, подбегаю к границе, чтобы уйти, и меня минометы просто выкрывают. Электорина была. Пришлось взять другой. Бегут. Там я не знаю, если... Если МСИЖ дойдет до филантропа, вроде дойдет, там садимся вроде не все, да? Я посмотрел на эту битву. Давай, Сусанник, сними водитель. Джиба, угони джип. Кинь туда домовую, угони. Мне кажется, это ММ будет, кинуть домовую, не знаю, на этой машине. Какое-то ведро на голову с карими. Чтобы там играть. Успешнее всего еще в этой миссии я собрал растения. Нормуль. О, куча всего нового открылась. Да, черная морковка. Это самое главное. Афроамериканская морковка.
Так. Дикий гусь. Ну, я одно выражение про гусей, но я его не скажу. Айдроид качай по-любому, Никиш. Клетка-ловушка. Клетка-ловушка, это на животных. Вообще не пригождается, да. Ты всё качай. Нет, лучше всего вначале качать. Ой, тут враги прям рядом со мной ходят, пока я тут прокачиваю. Все нормально. Как-то неожиданно они сюда пришли. Там есть это, без костюм, который не слышно, как ты ходишь. Бесшумно и все такая. Маскировочный, по-моему, как-то называется. Он очень классный, кстати. А ты туда ходишь, 4000 тут понимаешь. Прохезы. И это единственное, что мне не нравится, это его внешний вид. Вот отцовский клёв. Ну, в этом, бесшовно, он какой-то такой. Я не вот скажу, такой. Там, так, ну, можно дальше заниматься разработкой. Давай. Так ты мог лёжа заниматься разработкой. Что-то прям я не знаю. Да убей всех людей в округе, да и всё. Блин, народ, у этой игры есть очень хороший зехер на тему того, включить Android и так, чтобы игра не продолжалась. Нажали на паузу, скачали приложение на телефон, и там он действует. Ничего. Да пятна тебе не пригодятся, вот честно. Ничего себе, у тебя 650 тысяч. Ага, делись. Так можно, кстати, к нему на базу. В смысле, к нему, извиняюсь. МСИШ, можно к тебе на базу наведаться. Что-нибудь потырить, кстати, говорю. А, ты... Так у меня же ничего нет. Это я к тебе должен лететь. Ну-ну. А ты чертежи нашел? Не нашел. Плохо пришел, всех убил и все. Да, стелс. Я для себя это запомню. Ну, где на лошадке? Кстати, кто из присутствующих будет во второй части стрима играть в мультиплеер? Я возможно отвечал. МСИ ж будет. МСИ что будет, да. Никой не А когда эта лошадка как-то начнет? Я вот ее не качал, поэтому не знаю. Но я знаю, что она могёт. Когда ты ее покормишь. Она вначале умеет какать. Да? МСИ ж давай. МСИ ж, а там Мауда нету в чате случайно? Не, нет. Нет, я ему рассказал написать, что пад страшный вот этот Звездная война. Я ему хотел сказать, что он не про классный. Ты, кстати, купил? Я тебе вроде вполне отличка. Да. Или по-прежнему не зашел. На курсе нет. Снэйк, медленно удалить Снэйк. Как ты лошадку чистишь? Да не умеет она еще. Да обманули. А-а-а. Конкретно. То есть пока она стесняется, да? Но я тебя не пока так просто ты ее не кормишь. Поэтому... А можно из этого гатлинга эту лошадку расстрелять? Мне кажется, можно. Питки. Mission complete. Great work. За это дали Б. Ничего себе. Там по времени. Короля за твои побегушки и пострелушки? Да. Да, цыпленка. The engineer we rescued has been extremely cooperative. The guys on the R&D team are glad to have him aboard. The thing is, he specially isn't mechanics, but something called bionics. Engineering based on biology. He's already submitted a proposal for modifying your prosthetic arm. If you're interested, go ahead and give the development order. Я не против.
Тёма, а ты все аудиокассеты прослушал? Да, я посмотрел секретную эту танцовку, которая всеобщая. А к чему вопрос? Просто интересно, я так понимаю, ты тут больше всех прошел в этой игре. Ну и да, и нет, я не знаю, что там остальные прошли. Я прошел на вот эту, на секретную концовку, 51-я, что ли, миссия. Или какая она там. Так, сейчас посмотрим, как можно совершенствовать протест. В принципе, я могу спринернить эту концовку. Да нет, мне не стоит это пройти. Зачем? Зачем иметь информацию о звании солдат? Не слышал, ходить один раз убили, потом второй урок. Ну тут, кстати, игра так построена. Да, вот именно рок МС-шу прокачал. Рок качается от убийства. Чем больше ты убиваешь, тем сильнее рок. Серьезно, что ли? Да. Да, заметно, кстати, вырос. Там, если ты много убьешь людей, ты вообще становишься кровавым снейком, на тебе такая постоянная кровь, ты не смык не можешь, ничего с ней делать. Это да, не вот, рок, кстати, это шрапнель. Я бы ее с удовольствием смыл. Ну, выглядит как какой-то рок. Грязный снейк. Значит, рок. Дёрти снейк. Но это же шрапнель, даже если она выглядит как рок. Это другое дело, как она шрапнель растет. В форме рога. Но с другой стороны, ладно, как на шрапнель этом может сойдемся. Расти? Не, как шрапнель может расти? Ответь мне на такой вопрос. А она из органического материала. Срослась со снейком и теперь растет. О, я с удовольствием прокачаю коробку. Коробка. Не, ну смотри, он когда злится, да, у него там что-то в мозгу вырабатывается, и вот поэтому он растет. Понял. Я все понял. Вот как можно на ходу придумывать, да? Да, что должно вырабатываться в мозгу, чтобы прослать чужая кость? Я не гормон. Химик, я не знаю, но химики знают. Химик, спроси, он ответит. Гормон роста чужой мне кости. Кажется, что и химик не ответит. Кальция много в шнейке, поэтому у него А, я знаю, он просто лечится так быстрее. На самом деле, шрапнель глубоко в мозгу, она так потихоньку вылезает у него. Вот в чем дело. О, где прячется жалость? Как им... Так, а как ее улучшить? А, наверное, не здесь. Она автоматом, по-моему. Нет, там вроде сказали то, что если хотите, вы можете да-да, сделать улучшение. Не-не, в предметах. Ну, видишь, справа написано предметы, коробка ПСТ. Да, и ну, выбираешь причем это, коробку и я про протез направо. Говорю. А, протез? Да. А, ну... Не-не-не, смотри, разработка вот... есть протезы. Там не, выбери коробку. Блин, задержка. А, протез это этот самый... Кого... Это в инструмент. Вспомогательная. В любом случае... Ну. Нужно значит, смотри, сначала заходишь вот. Вот смотри, у тебя коробка включена первая сейчас. Ты можешь второй сделать. Пицклю такой. Потеряли пицклю. А, все нашел, спасибо. Коробка второго уровня. Да, то есть там налево-направо звездочку добавляешь. Зачем коробка первого уровня отличается от второго? Прочностью и что-то там увеличение на силу безопасного. Циферка! С одной гранаты Батхэт предлагает проходить. Ну пройди с одной гранаты, просто ничего больше не используй. Тогда нужно все снять, чтобы было честно. Да нет.
А, основное оружие все равно не снять. Все равно все будет. С душем. Ты руку-то заменил там? Вроде хотел. Нет, руку... Или тоже здесь же Юникалар. Там же можно. Ты вот в основных заходишь, там будет правая лапа эта его. Ее выбираешь, и там нет, лево, но право. Все-таки нужно ее сначала улучшить. Видишь, здесь ничего нельзя поменять сейчас. Вон он. А, да. Нет, Бакфет не с ванной, а с этими, говорить. С пузырьками, чтобы помягче было. Бабус. Так. Привет. Привет. Йоу-йоу-йоу. Давай, МСИШ, погнали. Прям с утра. Ничего. Хорошо, я сейчас буду использовать только дымовую гранату. На не, всем протяжении миссии. М? Ты ж по стелсу. Мы давай же боевую. Пробовали в прошлом раз дымовую гранату. А теперь на другой машине. Другая машина. Богдан, ты основную пушку в принципе не уберешь, она всегда будет. И пистолет. А так, в принципе, можно. Еще можно бегать с голым торсом. Кстати, да. А в мультиплеере нам удастся как-нибудь создать закрытую базу? А удастся нам бегать с голым торсом с помощью Quiet? Вот, кстати, у меня второй позвоночник О, сейчас какая весело будет. Та миссия, да? Черепа первый раз. Нет, черепа уже были. Там наши. Нет, черепа это у моста, да, были? Да. Надо было просто сбежать. А, ну, значит, второй раз. Ну, одной гранаты тут не справится. Тебе что по миссии надо сделать? Мне нужно найти зала. Оружие. Зенитку, да. Не, здесь, по-моему, тоже 4 будет. Да-да. Гриб, где зовут? Да, кстати. У нас ты один гриб. Да-да-да, я слушаю. По онлайну мы будем играть через... Ну вот как эту миссию пройдем, так будем играть по онлайну. Короче, просто скоро. Скоро, да. Хорошо, я пришлю. Что? Так, мне кажется, вас надо удалить, ребят. Веселые ребята. Ты в прошлый раз когда-то? А? Они в прошлый раз тоже когда-то отличались? Нет, не помню. Кто сказал там успеть? Откуда он знает, как тебя зовут? Я думал, кто и куя. Да, я вот тоже так. Почти ты не замолчал, типа. Чувак шарит. Дай ты мне не пишешь. Хорош, пошел стелс. Да, Богдан, в каждой миссии будет писаться там бла-бла-бла, директор Кодзима, бла-бла-бла. Так, они даже не подозревают, где были выстрелы. Поеду-ка я с другой стороны. На самом деле довольно далеко тут точка высадки. Да не. 2 километра. Там бежать. Потом. Да, а, кстати, да. Ближе не было вообще. А мне даже здесь не прибежать. Жалко.
Сейчас покажи карту, там есть вход, кстати, между этими. Тут бежать и бежать. Нужно всю эту гору отбегать. Бедная лошадь. Бедная лошадь, да. Подожди. Вот между вертолетом и 14-й будет проход. Я, кстати, для этого мне нужно как-то забраться на эту гору. Я просто. Эту лошадь так недолюбливаю за то, что когда мне надо было пройти миссию на S, она эта лошадь скакал, спрыгнулся. Высокая, она взяла и меня скинула, я помню. Что он заново все делал. Стой, куда ты так бежишь? Ты знаешь, в Fallout'е собака еще больше подставить может. А, я видел уже троллик, когда она там через эти лазеры красные проходит и всем хана. Мстишь, ты стелсишь или ты чё? Сейчас увидишь. Он Call of Duty. Нога на седле. Ни о чем они не подумают. Трупеж. Просто трупеж скачет. Все нормально, ребят. Ну все, вроде. Вот тебе робота надо. С роботом вообще шикарно все будет. А когда его можно будет открыть? Ну, там, по-моему, 9, что ли? Да не помню. Я первую миссию уже смутно помню. Помнишь, что 11 это молчунья? Заходи, Жень, не стесняйся, место есть. Мне этого приятно смотреть. Да, я не буду кусаться, как обычно. Ты будешь купаться по необычному? Да что ты будешь делать-то? Мстишь, забей на всех и скачи как ветер вперед к своей цели. Soviet relay base. Think there's something in there that could lead us to the honeybee? Намекаю. Что тут можно найти? Полезную информацию добыть. Не, кстати, Богдан, нас больше настроек. Кто вообще вышел? Да, ползай. А, кстати, на будущее небольшой совет. Если вы... Ты кого-то захватываешь, допрашиваешь, абсолютно любого, то первый допрос тебе выдаст сюжетную информацию, второй выдаст тебе просто по очереди чертежи, если они есть, а третий выдаст эти самые специалистов, если они есть. Mm-hmm. А потом... так либо... неинтересно. Ну ладно, все, я молчу. Но ты просто потом сам заметишь закономерность. Ух ты, в коробке снайпер меня не видит. Так это ж коробка. Ну, что-то коробка меня и выдала на прошлой миссии. Ну это подлая коробка такая. Да, вот видишь, сейчас опять своим меня... своим настроением. Тут не так все просто. А что ты двигаешься? Ну, отлично, сейчас он прибежит. Это его, это. Да, но слева-то тоже видит меня. Так ты и жди тогда. А вот сейчас интересно, да, что он будет делать, он... Всё-таки... Да вообще, если ты... Ты сейчас можешь дождаться до того, что он подойдет, пнет по этой коробке, она рассыпется, и все, и будет проблема. Проще выскакивать, во время рапида убивать и обратно заскакивать. Но это если рапид есть, а если без рапида... Ну, сейчас увидишь, они... они, походу, всей базы заинтересовались этой коробкой. О, такой храбрый подошел.
коробки собираю. Так, я на минуточку отойду. Ой. Так. Ну ты уж совсем залез в коробку. Хопа! Сюрприз. Тебя просто так. Ничего себе, получилось. Ну заодно тогда скажу. Где что? Отлично. Вот вам и стелс. Конец. Кто? Черт возьми. Закончился стелс? Закончился, да. 10 секунд стелс в чистовом стриме. Все. Давляющий миномет. Да, одной гранаты мне достаточно не дать. Где больше гранат? Они передумали по мне стрелять? КП, это зона 7! Материал из зоны КП! Получишь, опять стелс. Народ! Если у кого-то есть диваники, дайте, пожалуйста, потому что их угонять. Дивините этим. Нажми просто правый стик, и у тебя будет прицел от первого лица, и будет что-то ставить. Где ты? Катер. Бежали. Офигенный стал. Навел 40, где-то лег. Притворился дохлым. Snake, talk to me. Snake. Готов. You need to retrieve the new US military. О, это все отлично. It should be hidden somewhere in Smassey Fort. There's a photo of the honeybee on your iDroid. Один, что ли, не пошел? По старой схеме попробуем. Не по той схеме, по которой ты подумал. Я пока другой не видел. По принципе, схема-то рабочая. Пришел, всех убил, ушел, все. Но там потом капец будет, когда второй ряд миссий начнется. Вопрос о повторении. Вы играли, не играли во вторую главу? Я нет, я до 20 какой-то пошел. А-а. Ну там потом будут миссии, где тревогу нельзя поднимать и рапид отключил, к примеру. Допустим, точнее. Вот стол подобрал. Ну, как бы. Первая глава, она такая тренировочная, знаешь, там, побегать, посмотреть. Рапид у меня с самого начала отключил. Рапида. Да не, это... Вообще, я смысла в этом не вижу, то есть я играю 20 миссий, потом я опять играю, увижу какую-то концовку, потом опять еще раз 20 миссий тех же самых прохожу, с легким изменением сюжета,
и добавление всяких этих типа усложнялых. Как-то фигуренько, я так скажу. Учитывая, что сюжет подают. Прошел 5 миссий, маленький кусочек сюжета. Прошел еще 5 миссий, еще маленький кусочек сюжета. Вяленько. Учитывая, что какая согласен. Была первая миссия в больнице, блин, да ты думаешь, офигеть, как все круто заворачивается, а потом как-то все так круто завернулось, что и все. И нету. И развернулось. Так, чапка. МСИШ, вернись вот к тому месту, где ты в коробке в первый раз ползал, и там с этой оранжевой площадки подбери листик. Этот листик, транспортная квитанция, она тебе позволит потом обратно сюда приезжать в коробке. Так, какая оранжевая площадка? Ну вот, где два бойца. Вот на которые я сейчас смотрю. Да. Во, а насчет миссии, я так скажу. Если смотреть прям очень глобально и надуманно, то я не согласен. В плане того, что получается... Да. Овечка разводить. Вот, если смотреть очень глобально, то первая глава, она тренировочная. То есть ты проходишь ее, знакомишься с сюжетом с общей концепцией завязки. Вот, вот. Во-во-во, было только что. Да, я уже знал. Ага. Вот. С общей концепцией завязки. Ну, ты понимаешь, что геймплей не меняется. Ты как бы ползаешь все время на пузе. Да, там, ну кто-то с коробки, ладно. Кто-то со снайперки стреляет. Но по факту ты это делал там энное количество часов, да, там 70, грубо говоря. Потом ты увидел концовку, вроде как игра предложила тебе все, вот ты прошел. Ты вроде с чем-то разобрался. Потом. Ты начинаешь те же миссии, ты также в больнице, тебе там еще маленькие кусочки в сюжете показать, что вот происходило. А давай без спойлеров, пожалуйста. Почему нельзя было все сразу? Кутики! Ну, знаешь, это пошло еще из кислот. Я тебе про сюжет же не говорил. Зачем, почему нельзя было все сразу? Хочешь более высокий уровень сложности, так поставь галочку там и будет более высокий уровень сложности. Вот и все. Зачем это все было делать? Это растягивание, я тебе объясню, как это называется, это растягивание вот, гейм-часиков, вот и все. Ну, мне когда кажется, там напичкивают в мир всяких там однотипных вещей, собери 503 штучки, это то же самое, просто растягивают по часы, если так можно говорить, поведенные в игре. Ты знаешь, это еще я вот просто не могу, когда растягивается геймплей, причем, скажем так, по турму DLC. Конкретно DLC, который просто комнаты испытаний дают. Вот как Bioshock и как Dishonored. Самый ужасный DLC, который я видел в этом году, это с Бэтменом, блин. Это сезон пас, это вообще ничего. Миссии по 5 минут, но это вообще страшно. Я так был разочарован, что взял сезон пас. Там единственное за Batgirl, да, более-менее кусок игры нормально. А? Который до сих пор делал, который много лучше не залезешь, что ли? Так много. Ты заходишь в них, то есть что там за дополнение? Это поменяется карта для гоночек, да, на машинке погонять. То раньше было там лед, теперь там что-то другое. Потом какое-нибудь испытание, где побить человечков, то же самое. А сюжетные кусочки это за кого там? За Робина, ну второго Робина. Там маленький, как он, красная маска называется. Краснокапюшон, наверное. Пять минут ты поиграешь за Найтвинга, ты 5 минут поиграешь. Ну там реально 15 минут. То есть это такие маленькие кусочки. За женщину-кошку тоже 15 минут поиграешь. И все. Вот и все. Вот единственное за Batgirl, да, там прилично. То есть там локация целая появилась, там что-то как-то ты бегаешь. Хотя сюжетно вообще никак не развивается игру. Кстати говоря, насчет локации в этой Batgirl, я вот сам-то еще сезонник не играл, ты делал сегодня, что-то вот в трейлере карта похожа на мультиплеерную карту из Batman Arkham Origins. А я в мультиплеер там не играл, ну там аттракцион Джокера, то есть там вот всякие карусельки, чертово колесо, то есть такие вещи. Вот такая карта там была. Может быть, на роли похожа. Batman, у Снэйка они бесконечные.
вы мне ответите, не дали насчет Metal Gear. Вот первая часть до какой-то там, по-моему, ну, не помню до какой миссии, она тренировочная и знакомит с сюжетом, с общей завязкой концепции. И именно прием сюжетом готовит. Я тебе объясню, если человек начинает играть с пятой части, он ни черта не понимает, что там происходит. Даже пройдя 20 миссий, он не поймет, кто эти люди и что вообще не делают. Там надо реально посмотреть предысторию серии, чтобы понимать, что там, кто там и зачем там, в конце концов. Это я не спорю, я пытаюсь ответить на вопрос, нафига нужна вторая часть. И тебе объясняю, это просто растягивают игру. Нечего объяснять. Они могли сделать, кстати, вот, сколько там, 30 миссий, более насыщенный сюжет. Вот и все, и было бы великолепно. Ставит эти СНГ плюс. Говоря, да, как есть во многих играх. Пожалуйста, проходи еще более сложнее. Ты знаешь, ни один Metal Gear, в принципе, миссии у него не, они не насыщены сюжетом. Все весь сюжет там 20 минут часовых роликов. А тут нету этих 20 минут часовых роликов, как отвечать. То есть тут как бы вот первая миссия, там много роликов, вот много, да, там больничка, там да, там как-то идет, там 5 минут поиграл, тут какой-то ролик что-то взрывает, кого-то убивает, вот. А дальше потом ролики очень редко бывают. Можно я отвечу? Ты сейчас, секунду, я отвечу Диби Мэю, по-моему, это 1994 или 87-й. 87-й. В общем, я не спорю с тем, что вторая часть это растянутое время, но есть одно небольшое но. Миссии повторяются не для того, чтобы время растянуть, а потому что больше ничего не придумали. Там совершенно другое повествование идет, оно не повторяется. То есть миссии повторяются, я не спорю. Они сделаны более сложными, то есть там, допустим, без использования помощников, к примеру, или до первого обнаружения, неважно какого, просто обнаружили и все, заново начинаешь. И первая часть тебя тренирует к этому. Сюжетно там повторений нету. То есть, если ты там, допустим, в 11-й миссии делаешь вот там действие А, то в ее копии во второй части ты делаешь действие Б. Это сюжетно объясняется, поэтому, с одной стороны, да, это искусственное растягивание, его могли запихать все в одну главу. Так и будет, если это же самое дело Фейсбуке. Там тоже были копипастовые самые карты, но просто разные задания. Ну, вот типа того, да. Там даже последний, там 7 раз, 7 концов, по-моему, этого Волгина на этих концах. Сейчас спойлерну, тут Волгин тоже есть. Но не скажу кто. Вот. И как раз во второй части объясняется, кто такой Волгин, почему он, там, что с ним случилось, как, зачем, почему, от чего. Пройдя первую часть, ты получаешь ответы на какие-то основные вопросы. Ну, спойлерить не буду. А пройдя уже вторую часть и открыв тем самым вот эту вот секретную концовку, ты начинаешь понимать, как она связана с... Почему вот... Ну, вот просто если дальше говорить, вот видишь, там спойлером меня, будет погонять. У меня не хватило терпения дойти до всех вещей, потому что я от этого устал. Так вот, тут... Да, тут проблема игры в том, что она не дает столько заинтересованности, чтобы человек погрузился, ну, среднестатистически, да, назовем так. Погрузился в нее настолько, чтобы прошел еще и вторую часть, несмотря на то, что у нее там миссии повторяются, или там даже не дойдя до этой миссии. Я не спорю, это проблема игры. Но и делать вывод, не пройдя игру, тоже ошибочно. Бафет, нет, мы сейчас говорим про вот эту игру, МГС 5. Про другую говорим. Давай его запутаем. Да, мы думаем, про что мы говорим. Про скидки мы говорим, 12 вот эти вот. Двойные Гадаем, скидки, которые не такие двойные? Да. Или купи две игры по цене одной, а по факту купи.
Фиг пойми, что. Кстати, никто не знает, может быть, где-то какие-то... Точнее, догадки есть у кого? Какие еще игры будут 12 скидков? Ну, мне кажется, все-таки Бэтмен должен там появиться. Ну вот мне тоже кажется, Бэтмен, а те игры, которые вот сейчас по 2 в 1 отдаются, а их точно не будет. Бэтмен, возможно, появится Ведьмак. Что там? Да Ведьмак, за сколько раз? Может быть, Battlefront с выхода Звездных войн? Не, а чё Battlefront? Battlefront только вышел. Ты на Штейник его посмотри, там 7000 игрок. Ну, Need for Speed от тех же издателей тоже только вышел, уже был со скидкой. Ну вот Need for Speed, а они потому что он не продают. Но он отстойный, он короткий. Это единственный минус. Для меня Ну ладно. Ну, суть в том, что игра не очень хорошо продается. Поэтому они сразу дали они вот скидку. На Battlefront, как бы, он продается нормально. Нет проблем с выборами по игре. Они вот выполнили сейчас дополнение битвы за Джахмут. То, что будет в 7-м эпизоде. Кстати, кто хочет спойлеры, может поиграть до дополнение. Вот. Сомневаюсь, что Battlefront это... А может быть даже и взял бы, но учитывая, что абонемент не стоит дороже, чем на игры, Ты сейчас заново начнешь. Спасение от вертолета. Достанет он меня так? Полыч хорош, Богдан. Я не спорю вообще ни разу. Но у него есть один неплохой минус, это третий Fallout, который, в принципе, копирует только там с какими-то плюшечками, не знаю, вот так небольшими. А вот именно той атмосферы Fallout нет, по крайней мере, для меня. Fallout игра хорошая, но плохая, как бы, вот, вот, ну, там. Да, игра хорошая, Fallout плохой, так сказать. Кто меня может один на гору? Вы не находитесь? Что? Тише накроет. Не-не, все в порядке. Символично, что мы на этой неделе играем в Андрейс. Пусть мы будем без него. В принципе, там все одна и та же. Там герой становится злодеем. Да я бы не сказал, что герой становится злодеем. Ну, для всех там злодей, как бы. Для правительства, для, в принципе, второго Снейка. Ну, я тебе могу на это ответить. Пройди игру. Тебя ждет офигенный сюрприз. Ребят, кто желает присоединиться к мультиплееру, заходите потихоньку. Скоро уже начнем. Это последняя попытка прорыва. Да, Богдан полностью согласен. Если назад не смотреть, то Полыч хорошая игра, которую можно просто залипнуть, если тебе нравится этот жанр. Да ну как бы, ну поиграешь в третью часть, но она утомляет. Хотя прошел, получил там бронированная лошадь. Нет, 30 часов это нормально. Это очень много. Нет, 30 часов. Ну это РПГ. Ты что ждешь от РПГ? Хорошего сюжета, да, интересных персонажей. Есть Fallout хороший сюжет. Вариативность. Ну вариативность есть, да. Кому какое дело, там есть собачка. Что, нет, что это собачка может такое делать? Кстати, собачки там не самые интересные спутники, а там есть поинтереснее, которые так, народ, давайте без спойлеров, я не дам и у них квесты есть хотя бы хоть какие-то. Тут там много. Ну си, забей на всех и беги в крепость, иначе я заново начнешь. Кстати, буря это такой дикий вообще трэш, что... когда она есть, ты можешь просто до конца убегать, вырубать их и дальше бегать. Тебе никто ничего не делает. Ну, она левее. Спасибо немножко.
Ты поспел. Да, сегодня такой экшен стрим получился. Я думал, больше стелса будет, конечно, но это очень тяжело. Не пошло. Нужно больше собраться. Да, нужно как бы гораздо больше сосредоточенности только на игре. Во-первых, карту нужно просмотреть. Да. Только соберешься. Пройти аккуратно, тихо и собрать. А? Какой-то дурацкий пузан бы что-то выхватил. Не, отстань. Онлайн идет вместе с МГС отдельной игрой, то есть как бы это игра в игре. Но за нее денежку платить не надо. Ты просто покупаешь МГС и получаешь ща и онлайн. Ну по той же системе, как GTA, она вышла как бы отдельно, да. Чуть позже релиза. Нет, отдельно нельзя купить онлайн. Просто мотивный, чтобы онлайн покупать. Так, он может. А зачем отдельно покупать? Ну, может, просто хочется с друзьями побегать, а на сюжет плевать не хочется. Так купи сюжет, какая онлайн. Какая разница? Ну, можно онлайн. Причем, цена, причем, у нее было этой игры очень даже приятно, так скажем. 3000 по сегодняшним меткам на старте, это очень редко. Батхед, да, скачивается он через Store, но только из самой игры. Да, а, кстати, когда я купил PS3, я был уверен, что онлайн не покупается отдельно. Я просто тогда еще не нашел вообще такой онлайн-пасс. Я когда видел его в сторе, думал, что это отдельные мультиплееры. Для каждой игры. Свой. Тигруня, кыш оттуда. Ладно, давайте перейдем в онлайн, потому что время действительно идет. Ну ты... Это я... Mission complete и гол. Нужно еще найти. Я думаю, я лучше это перепройду потом. Более качественно. Потому что от такого экшена мало удовольствия получаешь. Да, это уже ведьмак какой-то. Так и хочется, знаешь, подойти к этим свечкам, потушить. Или наоборот зажать. Ну тут надо просто по катакомбам пробежаться вперед, и все нормально будет. Сразу же МДС такие. Или просто сбегай одного чувака, ты проси, он тебе сразу скажет, где это. Еще один алмаз. А тут много. Тут, по-моему, 1 000 000 будет. Хорошо. Куда это они бегут, а куда? Так ты что, блядь? И когда этот ракет включается, лучше ракет нажимай. Так, и под первого лица так ракет запускается. Побегаем. Ладно, действительно, пора уже переходить в мультиплеер. Ничего страшного, перепройду потом. МС-ши стелс. Ха-ха-ха.
Никакой признаки врага, да. Так, ну я гордо ливнул с стрима и спускаю Metal Gear. Чем мы тут грязь потворим? Там, кстати, если ничего не пофиксили, то есть все шансы схватить отстойную игру. Ну, для этого мы оставили всего полчаса. А, час еще. Что если не пойдет, я там какой-нибудь другой город просто не мысли. Call of Duty? Там очень классный мультик. Да нет. Динамичный, зрелищный. Ух. Мстишь, у тебя есть колда? Последний нет. Ну зря, там мультиплеер действительно. Кстати, Call of Duty тоже могут на скип дать. Ну вот да, вот ее и сыграли. Assassin's Creed ради, по идее. Фу, блин, по идее, может быть. Да должен быть Assassin's Creed. Кстати, Assassin's Creed очень даже хороший получается. Угу, продажи у него. Я после Unity как-то не хочу покупать новый Assassin's Creed. Ну, они учли все, что было в Unity. И ну, они все так говорят. Все сделали. Нет, ну я-то играл, поэтому... Поэтому Syndicate сделал хорошо. Нет, ты мне скажи, система перемещений, паркура, она такая же, как в Unity, или все-таки вернули к обратному? Ну, в смысле, там крюк появился, как у Бэтмена, ты что-то говоришь? Я скажу так, там Лондон, он больше, чем в Unity. Не, ну знаешь, что мне в Unity не понравилось? Там он круто для детского садика сделан, там упасть, погибнуть от падения вообще невозможно. Причем это такие кассы... Там можно, я даже когда как-то делал прыжок, это... Сокола, да, там, ну, прыжок я вот и промахнулся. Нет, я не знаю, как у меня это получилось. Нет, там можно развиться. Если в плане геймплея, то противников бить там легко. Тебя очень тяжело убить. Вот. Но сам город, вся атмосфера, гонки на ресницах или чего, они, мне кажется, там лишние. То есть это неинтересно для меня. Там нормальный сюжет, он не хватает, конечно, звездного. Вот эти вот ассасины, наконец-таки, да, как это, близнецы Фрай, да, они сделаны нормально, то есть они интересные персонажи. Джейкоб, кстати, кооп там есть? Кто? Кооп есть там? Ну, нет, его там нет. Там какой-то индус и тамплиеры. Там нет. Там и про реальное время, да, там будущее, там маленькие кусочки показывают и вообще. А, и опять, кстати, вот они обещали, что в реальном времени нормально все будет, видимо, опять обманули, да? Нет, там ничего нет нормально, там, ну, максимум 10 минут, наверное, всего сюжетно, и с таким прям серьезным продолжением. Там появилась эта богиня, она вроде как которая вылезла, и новая, или как она там зовут, или не помню. Да, да, вот она. А, ну которая возродилась, когда Десмонта. Да, 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 да. Вот она там появилась. Ее проекция даже такая большая была. Вот, в общем, сюжет там, то ли мужа ее пытается выиграть, не знаю, ну. Непонятно, что там пытаются сделать там в наше время. Высасывают из пальца. А сам Лондон сделан хорошо. А, главный этот тамплиер злодей нормальный. О, мы сразу в одной команде. Миссии, как бы, я относительно не согласен. Там все похожи. Но есть очень интересные, уникальные убийства, там сделаны качественно. Их, правда, мало, но они есть. То есть там притвориться типа трупом. Как-то так. То есть это прикольно. Тём, а я могу тебя увидеть сейчас? Здесь, в локации? Нет, я новый персонаж создаю, погоди. Давай скорее. Пока что мой любимый ассасин это Black Flag и Rogue. Да, Black Flag, а Корсары, ёлочком. Я не играл Корсары, поэтому мне как-то по ноги. Ну-ка попробуем пока эту штуку. Ну, тогда. Жень, GTA обязательно поиграем, когда там пойдет снег. Кстати, когда будет в хоккей, будем играть?
17 декабря, если не ошибаюсь, выходит, да? Вроде тогда же, когда есть Звездные войны. Я даже не помню, нужно будет точнее. Ну тогда предлагаю не 17 декабря, потому что все будут смотреть Звездные войны, я так думаю. Нет, ну такую большую ставку делайте на эти Звездные войны. Кажется, смотри, я пойду, будет. Все остальные пойдут. Все, все пойдем. У меня 17-й корпоратив, поэтому уж точно на Звездные войны не пойду 17. А так, снимай. Ну видишь, здесь ты тоже не будешь. Даже бессмысленно. Дисней, ну да, Дисней делают для детей. То есть ты не будешь, это серьезная травма. Это самый Лукас, он, простите, вражение цифры жила. Они наконец запустили. А ты уже в команде. Я так понимаю, когда я начну игру, мы сразу окажемся на одном сервере. Я вообще не понимаю, что сейчас происходит. О, да. Фриплей. Команда. Тём, ты готов? Да, рейди стейди медведи. Так попробуем тогда. Все управление надо вспомнить. Как это что делается? Кружочек перезарядка, L2 прицел, R2 огонь. Так, Тём, у тебя есть какие-нибудь советы по выбору режима? Рандом ставь. Так, я на минуточку сойду. Извиняюсь. Какой жадный чувак. Что именно? Да Батхэт пишет, что купил человек на 3000 фунтов билеты на Звездные войны, чтобы одному смотреть. Да, эту новость все знаю. Так, список игроков. Вас я пока не вижу. Может, можно как-то пригласить? О, мой пулемет перегрелся. Да что ж такое-то? Что за пулеметы такие, которые так быстро перегреваются? Прошлый век. 87-й год. Американские. Американские. Так, вот и впервые выкинула. Первая попытка и сразу выкинула из игры. Чё, я тут. Мы играем, не играем, народ. Я не знаю, я где-то бегаю. Ты в режиме фриплей, наверное, да? Да, каждый в твоей локации. Как хорошо мне открыть попасть? Мне свою карту. Options. Подбор. Выбор игры? Ну, по идее, да. А еще лучше, если МС штыкнет создание игры и потом нас всех пригласит туда. Не покатит, так пойдем в четвертый Uncharted. Да, народ? Нет, нет. У меня его нету. Эх вы. А вы, кстати, собрались вчера или сегодня? Ты хотел стримить вроде? Да нет. Нет? Так никто не поставил. Смотрю, никого онлайн нет, да забил. Богдана я вроде видел. Я создал, попробуйте как-нибудь присоединиться. Как-нибудь? Ну нет. А как? Жмешь левую выбор. Сенсорную выбор панельку. Игры. Ну где тут друзья вообще? Что это такое? Вот, Тёма присоединился. Смотрите, жмете левую сенсорную панельку, выбираете ник МС, и жмете правую сенсорную панельку. Зачем? Вот. Да. Ну пока вот так, пока к нам никто больше не присоединился. Игра да, открытая, поэтому кто-нибудь еще может зайти в любой момент. Баунти Хантер. Убивать друг друга?
А вон инструктаж, побеждает команда. О! Дионисович. С каждым убитым врагом. Это поделились вообще. Да, все хорошо. Ну понятно, в общем, Фултон возвращает это очко возрождения, которое отнимается при убийстве. Хорошо, все сказал. Так, где там вообще кто-нибудь еще? Мне нужно сопортить. Почему я играю за Ацелота? Чьими трупами я буду прикрываться? Ничьими. О, я понравился. Клево. О, я больше не понравился. Не клево. Го-го-го. Ацелот, блин. А почему я за него играю? Я кто за своего? Судьба. Судьба у тебя такая. Ладно, Ацелот, ты кто? Подожди. Ты же опять по стелсу, да, будешь? Да. Ну, как всегда, так. Да. Так. Тише. Тактика простая. Окей. Видишь, он ворота вдалеке? Вот он где-то там примерно. Ну, я по карте вижу. Подожди, а какие дома ворота вы видели, чтоб я тоже понимал, о чем идет речь? Ты давай, бегай. А я так и бегаю. Я такие бегаю. Ты не бегай, бегай. Куда мне бежать? Я чаще смотрю в бинокль. Да зачем мне бинокль? Ты знаешь, я постелся. Убить тиранозаврика. Я понял. Ты делаешь все правильно, да? Не здесь, иди просто это самое. Это его база, что? Почему тиранозаврика-то? Мы же. А у нас хэштег Нинтиша. Так. Дионис, опиши, что ты видишь? Да. Я вижу трупы. Красивую бабочку. Всем, садись, подвезу. Подожди. Вот такой вот там лайк. Ты, не шали. Это что за лазерная пушка у тебя? Пойдем Дионису искать. Портал. Утонить можно. Я не помню, кто это такой бегает. Слушай, тут какой-то чувак бегает. Кто это такой вообще? Где? Попробуй его убить. Ну да, неубиваемый. Так, все, проблема. Где это может быть? Это может быть вот там, правильно бежишь. Так, охота за Дионисом в прямом эфире. Да какая охота за Дионисом? Тут какой-то еще один у меня появился. Тройная охота, все нормально. Хули, 14.05. Кто ты? Это какой-то чувак из открытой игры. Тот, за кем ты будешь прикрывать. Давай, иди всех убивай. Где вообще хуй? Видишь этот самый мод с такой машиной? Взорванный. Винтовой машины. О, я кого-то вижу. Наверху бегает. Да. Так. Это не я, это Холли. Холли. Хулище. Куда пропала Холли? Он пропал. А, вон она. Ууу, битва. Ха-ха-ха! Гори в аду! Жалкий маленький человек. Так это был ты? Это убил, нет? Ха-ха! Слушай, бурга какая-то не началась. Почему у меня только это... Торнадо? Потому что мой напарник Холли делся. Холли, вернись. Броневик подпортил. Догони. Блин. Все очень просто делается. Кстати, народ, а мы таки будем сегодня партнерить зону за то, что они так и не добавили здесь поддержку диска от PS2. Да, сколько угодно. А, Тимозорик, это ты? Рус. Да, это я. Привет, МСИШ. Привет, привет.
Ты себя побил, пока я возродился? Ты на мне возродился. Хочешь совать в эту штуку? Мне она нафиг не нужна. О, он бежит. Фу, ну ты снайпер вообще, да, стрельбы не попал, а нет, попал. Все, конец раунда уже. Да, по времени. Ой, еще два человека бежит. Че я проиграл? Отлично. Последнего убил. Не убил бы, проиграли бы. Вот уже 7 человек. Союзники. Надо как-то Дионису за нас. Дионис, попробуй как-нибудь через меню перейти к нам. В Battlefield. Какое меню тут черта нет. Эту панельку сенсорную потыкай. Потыкал, и че толку. У вас там вообще народу тьма. Блин, панель. Какой кайф. У меня на сенсорной панельке Star Wars написано. О. Красиво тут жизнь. Черный, белый. У меня есть белый, черный. Ой, ты подкался, пошел. Истина верный у Тотала, да? Все четыре. Бакхэт, тут с онлайном вообще такие истории были. Изначально до обновления тут был пост, и то есть если он выходил во время игры, то весь сервер тоже накрывался. То выходили все. Да. О, Дионис, привет. Я тебя вижу, ползел. Красавчик. А кого я сейчас убил, не тебя, что ли? Не-не-не, я тебя просто отметил. Нет, я кого-то убил, просто меня прям убил. О! Да ладно. Четвертый боб меня убил. Усишь, усишь, не спеши, я за тобой. Так, у меня стелс, не мешай. Понял. Там я рядом с тобой. Там, по-моему, еще один был вроде. Угу, сейчас нет. Подхиляться надо. Ты давай, не стесняйся, иди. А там. Вон он, призрак типа. А, он меня зафултонил. Как так? Помоги. Я бы с радостью, но... Как он это сделал? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай-давай-давай, фултони его нафиг. Никакого фултона, никакой пощады. Он там к нашему бежит один, невидимый. А, я думал, здесь пулемет будет. Холи-холи. Не, ну такой бодренький онлайн, я думал, хуже будет. Ну, он такой, односторонний. Сейчас я кое-что вкачаю, ты сразу все поймешь. Мстишь, тебе невидимка идет.
там, где ты поднимаешься, там невидимка есть, аккуратней. Уже нет. Ага, все, молодец. А как мне стать невидимым? Возможно? А так? Вот это надо специально. Нет, надо. Я могу одеть свою любимую коробку. Никто меня не видит. А, подожди. Вот там побегай, сейчас к тебе еще одна невидимка идет. Вон она, сзади. Вижу, вижу, вижу. Ну. Уже не вижу. Я думаю, он сейчас будет меня мстить. Что будет, лучше? Будет. Ну я смотрю. А вот, вот, вот. Вот идет, идет. Ползет. Жди, жди, жди. Да, вот, вот он прям вот. Обходит. Слева, слева. Подходит. Вижу. Слева. Перепрыгнул. Слева. О, хорош. Вот это было эффектно, прям командная работа. Фултоник. Я его за фултоник. Давайте прикрываем. Шарик такие. Вот это было круто. Не то хорошо, когда все друг друга знают. Ну, в смысле. Ну вот сейчас, да, мы неплохо сработали прям в команде. Батхед, думаешь, он коллекционирует? Статистика. А у тебя какой класс, МС-шек? Лазутчика взял. Правильно. Ну, значит, у тебя тоже сейчас будет эта невидимка. Ну, как это, левел получим. О, может быть, сейчас Диониса перекинут к нам? Да, было бы неплохо. Чё неплохо? Какая-то фигня, блин. Да не, это если я против одного, ну, в смысле. Если один играешь, то да, не особо. Кстати, сейчас другой режим. Че вы делаете? Вот ползают все в невидимости. Офигенно, интересно. Ну вот. О, отлично. Все трое. Жмите правую сенсорную. Что-то типа захвата флага и отнести его на базу нужно. Угу. Только диск. Мы должны одни захватить, другие удержать. Давайте, давайте, чего вы там не готовы? Да у нас время прям... идет, время идет. Тормозим. О, ну штурмовики, мы должны встыть. А, мы должны защитить. Защитить. Интересно, я сейчас опять буду за Ацелота играть? Возможно. Я бы за Клайд побегал. А, нет, я, кажется, да. За своего. Да. Да. Так, красным так, отмечены диски, которые они должны перенести на синюю точку. Нет. Что у меня есть? Синим отмечены те диски, которые мы не должны допустить. А, всё, понял. Тогда зачем мы побежали к красному? А, я не знаю. Вообще не знаю, зачем ты в коробке валить. Уютно, тепло. Стел. Минус Дионис, к сожалению. Сервера его не выкинуло? Угу, его так себе выкинуло. А-а-а. Кроме тусовки. Есть тусовки выкинуло. Так, мне
что-то выкинуло. Да, здорово снова. Я думаю, ты можешь присоединиться прямо во время матча. Можешь попробовать. Что-то они не идут. Ну, хоть хрен с ней. Да, Бадхед, коробка самая лучшая маскировка. Те, кто играет в Metal Gear Online, всегда ходят коробкой стороной. Ну лол, мы так сейчас 4 минуты и 40 секунд будем. Пойдем сами на охоту. Найдем их. Да, у нас диски сопрут. Не знаю, вы как хотите, а я пошел по стелсу. Давай. Я тебя прикрываю, вот я на тебя смотрю. Можешь обернуться, ладно, мне помахать. Тут, кстати, один синий чувак, он 56 метров. От Б. Я вот вижу, что че делает. Ну это МСИШ по стелсу идет. Нет, тут какой-то форгут сбоку из чужой команды. Ты за красный, что ли? Я сейчас просто как приз. А, понял. Коли тоже, в принципе, недалеко от вашей пушки. Так, задание пусто. Испугался, брат. Да не выманивай. Вот эти вот точки на карте красные, что они обозначают? Не врагов? Что им не надо туда притаранить. Видишь, Бадхед, даже никого пугать не надо. Взял кого-то уронил. Изи-пизи. Конечно, у вас он чувак один всех поположил, а вы там чем занимались, непонятно. Прикрывали. Я кошку гладил. Он сейчас прибежал, этого чувака через бедро кинул, с пистолета в голову пострелял и все. Решил все ваши проблемы. Так, а вот теперь нам надо пилить, это интересней. А ты играешь за снайпера, да? Нет. Смотрите, если нас обнаруживают, у нас невидимость пропадает на короткий промежуток времени. Поэтому надо аккуратненько идти, лучше по краю карты, чтобы не впалили. Ура, у меня маскировка. Да. Лучше вообще, кстати, не париться и ползти. И все. Я на Б. Я на А иду. Почти уже скажу. Ну, давай. Я вообще в чужой команде, так что вы говорите конкретно. Хорошо. Они идут на И. Да-да-да. Какие-то невидимые стенки, да выпустите меня отсюда. Холи-холи. Ты грязь творишь. Псиш, молодец. Молодец. Я вот правильно верил сделал, тебе. Да? Оправдал надежды. Ну, будем следить за Тимозавриком. Ну, давай. Главное, чтобы Дионис стрим не включил, а то все увидит. Я не могу. Да, напряженная ситуация. Тимозаврик остался один против троих. Очень напряженная. Два диска нужно перенести Тимозаврику за 5 минут и 15 секунд. Мне интересно, Тимозаврик тащит или нет.
Тум-тум-тум. Ты где находишься? Да я тут. Бегу потихонечку. Ну, Сиш, давай поливай информацию. Правда, полностью надежда. 4.5 минуты осталось. Помощники. Тинки не убивают. Дай контейнер. А одного моего убили, что ли? Тема приближается к точке А. Точение Б. Захват еще не такой. Вот просто я вот динамиками поражаю. Тём, 3 минуты осталось. Всё нормально. Хватит уже смотреть на этот диск, забери его. Забери и неси. Неси яйца. Как волк в той весёлой игре. О, новый уровень зато дали. Да, мне тоже. Есть за что. Отличная операция, Тёма. Давай опять. Меня не видно, что ли, было, когда я там лежал? Я думал, невидимки только вы. Никто внимания не обратил. Я-то штурмовик. Я-то даже не лазутчик. Самоубийство. У кого это было самоубийство? Куда я сюда? Да ты успел. Катер. Так, интересно, что мне сейчас забыл. Ну как мне к вам перебраться? Странно, что тебя Санас не пинуло. Прям с. Ну что занято было? Их было двое, у вас было трое. Ну, я смотрю, как это не очень популярно мультиплеер, потому что они как пустые. Там люди это побольше должны. Так ну, тут вначале они накосячили. Узлы связи. Захват узлов связи. Окей. Оби. Ну тут шаг на самом деле. Коварный Дионис. Женя пишет. О, наконец-то ты за нас. Та-дам! Женя, давай покажи, как надо ползать и убивать. 32-й, 22-й, 11-й. Отлично. У нас все шансы на победу. Ну ты что, ну, да. Тёма, ты что, специалист ползать? Это, я могу. Наползать на победу. Есть самолеты? Я хочу захватить самолет. МСИш, бери выбор сбора камуфляж. Ничего, МСИш, бери больше гранат и забрасывай всю карту. Как Battlefront, ну, как бесконечные гранаты, тут тоже. Что нам надо делать? Захват, я буду за МСИшем ходить, я буду твоей тим. Похож на тебя? Я с тобой буду играть. Так, Тём, ты вон один вижу. Да, что такое? Как мне? Я его вижу, а не стрелял в него.
система пустая, маскировочная система. Вот, так и надо. А! Вот тебе оранж. Вот это да. Только нашел эту систему. Вот. Хренов. Далека. Тём, я сейчас пойду, ты меня прикрой, пожалуйста. Не прикрою. Мне нечем прикрывать. Янис, ты снайпер или где? Давай. Я не снайпер, а штурмовик. Но я пострелял в него. Ну, он не ударил. Ну ты постреляй, чтобы мы побежали с Никишем, а дальше там. Я пострелял, у меня силы. Все. Убивает. Не топай! Так, я его отвлек, отвлек по полной. Просто весь в крови уже, давай! А мне нет. Мы видим его. Хорошо. Потому что он мне тоже видит. Тем, блин, у меня маскировка закончилась. Не вовремя. Да. Тем, пробивай спину. Айцелок. Со щитом двигать еще. Прям тут рядом со мной. Полтонь его. Не могу, меня щит видит. Да я не тебе. Приятного полета. Видишь отметку на карте, МСИР? Вон, Forge, Bob, 7-7, 75 метров. Вон, бежит на мосту. Левее меня, левее нас. Да-да, к вам бежит. Вижу. Вон. Блин, а у меня сейчас пропадет. Он со щитом. А, он все, его встретил. Там второй бежит. А! Да, поздно. Блин, почему же так неожиданно попадает эта система маскировки? Ну вот, щит хейтит. О! Мой стиль! Ну по фултону ему за это. Давай второго, вали. Блин, ну что ж, не успел. Ай, я тоже не успел. Ой, я ищу, я холи, было бы очень холи классно. Убил, холи ще. Молодец. Он полтанк не получает. Так, надо не забывать захватывать так эти точки. Чего? Я тут воюю, а ты почти как точки. Точки, дурак. А, нет. Да, я уже троих убил. Один к тебе идет. Ай-яй-яй-яй-яй. Его там бей. Ногами его. Добивай. Потрачу. Нам еще кто-то присоединил. Да, тут народ потихонечку идет. Так, тут со щитом опять забывает. Блин, сзади жопочник. Да как, дурацкий скин. Ну, блин, кто сейчас пробежал мимо меня-то, ёлки-палки. Тём, ты видел, можно мягкие игрушки расставлять? Чё можно? Ну,
направь стрелочку вправо, там мягкая ловушка называется. Мне тут направили стрелки. И так. Вот это бой. Так. 5 секунд осталось всего. Мы проиграли. Да. Слушай, я даже 5 купил. А очков все равно больше, Псиша. А, тут еще один раунд. Понял, мусорный Псиша. Да, ну я за тех же буду играть. Подавление. А ты что-то там захватил, да, Псиша? Да, бегал, захватывал. Одна тупая танка заправит, просто выбежать первым и смотреть пилот. Можно, в принципе, каждому из нас на точке прибежать и охранять, чтобы они вообще не могли захватиться. Как бы охранять не так далеко. Хочу нормально. Заметь, так легко. Как я не охранял, я все. Вот. Видишь его? Прям рядом со мной. Меня сейчас издалека зарезали на шоу. Да давай, давай, падай. Не знаю. Лаги, баги. Вот так. Очень нехороший стал. Бакет, согласен, графика там довольно устаревшая. Если что, мы говорим где сейчас там? О Rainbow Six Siege, осада. Ну да. Тём, бежит прям, впереди. Не. Какие вы есть? Мы на башне. Идёте на башне? Да, мы на башне. Вон он с щитом бегает. Да, вижу. Помогай скорее. Все, спасибо. Конечно. О, мы тут все, блин. Все на пятом. Ты там все захватываешь? Бегу на Т. По-моему, враг прямо сзади меня, судя по карте. Ну, кого-то тут или по карте. Нет, кого-то убили. Еще один коробочный. Там за стеночкой чешу убежали, там было. На большой на тебя пойдет. Он это. Вот за этой вот херней был. Дождик пошел. Так, я его убил. Че, сними меня! Иди быстрее! Меня похитили. Попался. Волочи. Ай. Я-то его убил. Я предлагал. А, так
пятеро. Ух ты, они на Б, их тут двое на Б. Понял. А тоже захват? Или это мы тут? Не, она. На С бегут через мост. Да, да. Да, 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 втроем вижу. Я не меня увидел. Ну, ребята опытные, судя по уровню. Да, как он меня увидел? Я же был призраком. Ну, только призрак все равно видно. Вблизи, да. Не, даже вдалеке видно. Замсишься, а задержку-то не будет кругом. Да ладно? Да засветить. Небольшая задержка. Сейчас уже через 40 секунд. Если не будет третьего раунда. Да нет. Я вообще не понял, чем мы проиграли. Потому что тот в эти хранили. Это все Дельта виноват. Дельта, как обычно. Да. Ну ничего страшного. Да. В общем, мультиплеер заценили. Ну, мне понравилось. Расходимся. С друзьями можно поиграть. Одному, конечно, делать нечего. Угу. Да, с друзьями, ну не знаю, мне вот как. Тут тактика побеждает на самом деле. Просто берешь какого-то пулеметчика, бегаешь, ставишь всех, расстреливаешь и все. Жень, реально, если у вас есть команда, то, конечно, стоит купить. Весело. Поиграть будет. Я опять про Rainbow Six, если что. Там-то уж одному совсем делать нечего, тем более. С рандомными людьми. Ну, собственно, дается дождаться, как ее Division. Да, я, кстати, и ролик не могу. Почему ты думаешь, что Division будет хороший? Там сейчас как бы непонятно. Тем более, Division же это будет ММО. Ролик смотрели? И пару дней свеженькие. Весь интернет и три. Ну, в смысле, они есть. Там графику урезали, мам не горюй вообще. Ну, это и без того. Графику урежут, это понятно было и очень-очень давно. Да. Вот карта там офигенно сделана. Там карта очень красиво сделана, необычно. То есть не как ты заходишь в отдельное менюшку под названием карта, а так она у тебя виртуальная такая 3D под тобой расстилается, и ты указываешь, куда идти. А по-моему, это я тоже посмотрел. Уже убрали. Это было нет. В начальных версиях, сейчас, по-моему, тоже упростили. И ну ладно, ты же не в карту будешь играть. Самое интересное, это геймплей. Что он там тебе представляет? Геймплей от. Ну вот я альфа смотрел, вот эти вот. Ну то есть я же альфа-тенда и Xbox. Играется интересно, народ. Играется, да, интересно, динамично. Единственный минус, я вот посмотрел вот эту вот альфу и посмотрел начальные ролики по геймплею, вот именно. Убрали всякие маленькие нюансики, типа когда к машине подходишь, он автоматом там дверь открывает и прикрывается, давай себе укрытие какое-то. Дополнительно. Такую мелочь убрали. Ну, по крайней мере, я не видел на двух этих роликах. Ты не на этой фишке. Можешь просто, ну,
она не срабатывала, вообще какая-то ерунда. Ну, в общем, по мелочи начинают резать, и... но в принципе концепция остается, задор остается. И, по-моему, я вот не помню, видел, не видел, что темный зор там может. Сойти и выправить оттуда какую-то там суперскую фотку. Пожалуй, увидим в следующем году так много хороших человек, на которых действительно стоит обращать внимание. Баффет, это не знак, это мишень. Ладно, всем спасибо, да. Пора заканчивать стрим. Dark Souls 3 выиграет. Всем пока и до встречи. Да, спасибо за игру. Спасибо за игру.